Понятно. Слово. No. Can you say exactly what you just said again? Can you feed her some Russian words and let her translate them да, into... Начнем с числами, может быть. Как сказать? Да, один, два, три. Ага, берег, уч, тверд, пес, алты, чьеты, сег, сто, хосон. Он бер, он не гон, уч, он тверд, он пес, он алт, он чьет, он сег, он то, чегр бы. Это двадцать. Чегрбе пер, чегрбе, 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 торт, чегрбе, пес, чегрбе, алты, чегрбе, чьеты, чегрбе, сегр, чегр, отогос, отос. Это 30. Отос, кырык, элых, алтон, чатан, сегсен, тогосен, чус, стога это. А тысяча есть? Чус, перечус. Сто. Перечус это сто. Перечус 200. Учус 300. Торчус 400. Это так и говорится. Учус, ну, ага, перечус, вот так. Уже разговор идет как, вот, посчитал до 100. Уже потом идет вот это же, вот эти повторения идет, ну, вот. Чельбе, перчус чельбе, это 120, перчус. А ну как это? Эйла, крак, перчус, крак, уже перчус всегда надо говорится у нас, повторяется, перчус. Игичус, это 150. Да. Игичус, значит, 250, да. Ну как по-русски же, 150, это у нас тоже. Чус, чусель. Чусель. Ага, вот это, 150 это будет. А есть слово тысяча под... Оно, наверное, так же тысяча, ха? Вроде так же. Это просто... Тысяча. А у нас, наверное, он не чус, доходило. Он чус, пайте. Он до тысячи и не доходило, когда маленькая была. Он чус, пайте, все равно. Ну, а это... Мюн? Мюн? Мюн бар? Мюн? Мюн, мюн, вот, мюн, чорен, тапан. Мюн ходил где-то сегодня. Ваган. Палаха тут пан. Палаха тут пан, тоже. Акера уже. А может быть... Артер. Артер. Ага, понимаете? Чай. Поняли? Болею. Пельдин. Интересно это. Учили прямо это. Ну так они занимаются. Ну, хорошо. Как, может быть, еще несколько слов. Как мать. Отец. А, мама, ну, мама мёль паган. Ищем. Ищем. Нет, ну, ищем ли. Мама, дядя, өль паган. Ага, мёль паган. А качан? А качан, сексен, тоғыз шылда. Мама мёль паган. А дядям шадан, иги шылда, наверное, өль паган. Игіп, ем өліп баған, пасишнайда чұрта бұлар, игі қарындас, игіп, ем пасишнайда чұрта бұлар. Мұнда. Балалар. Игі бала. Қатты берісі, игізі әрді қазақта, қазақлан чұрта бұлар. Берсі балам әпті. Мұнда? Мұнда бұл әпті. Бір дейлік тұты ұлыпс, бір чөшқа оғырат, шиашы ұлыпс. Вот так, жұртта ұлыпс. Тадарлап внук нені? Олар сарта сайшы олар, қазақ тіліне сарта олар. Дәтел ору қазақ. И берсе мама осы қазақ, қазақ тілінің сақты осы бар. Аман оғаш торымны қазақ тілінен көрет кем, кіче жылдан, школға, шөрі бұлар қазақ. И оларымды қазақ тілінен сақты осы бар. Мен дедімнің дағайсын қазақ тілінен айлы осы бұл сөйті осын. Кіче жылдан қазақ тілінен көрет кем бізді. Тадырар тілінде... Ну, сатостырым. Тетя,
Канер айтыр. Тетя. А мен теткам болған да. Кичешім дөліп болған. Сіз бар. Тетя, есть слово. Чо, то уба, вали, то уба, это сестра, то уба, то уба. Пия, пием, то уба. А дядя? А дядя я не знаю даже. А баба? Как? Баба тайна, бестем? Тайна, ага, баба тайна, уляка, тайна. Улячаец. Тайда, дед это. Eliciting kinship terms right now. We started with, she gave a nice set of numerals, and now we're getting a nice set of kin terms. And she also threw some sentences in there. So like when I asked, how do you say mother? She said, my mother's dead, my father's dead. And then I asked her when her mother died, and she gave the year. That's, Tatar, it's your left. Татар тілінде женщина. Хат. Апчи. Жена. Апчи. Апчи. Жена. Пистым хат. Пистагда Красноярская край та шурта вымыпсы. Омас тілі басхы. Хат. А мужчина? Эре. 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 Эре это. Эре муж. Ее муж. Ага. А Эркизе, если сказать мужчина Эркизе. А Эрезенгер бар. Эрге, Эрге. Сен Эрге качат бабам. Алта, алтан бер жылда. So she was married in 1961. She was in the locative case there. Ребенок как Кайнер Айтер? Канчи. Канчи, ага. Канчи. Девушка? Кос. Кос. You want to do this verb? You want to do the verb tenses? Should we start with that right away? No, I was going to need some animal names. Yeah. Okay. I was just going to work through the basic word lists here. What else is on there? You know, and I've got body parts. Yeah, let's do that. Animals. Yeah. Может быть название вот. Скота, зверей, вот такие слова нам интересуют. Вот, например, ага, вот. Сейчас инек. Ага, инек, корова. Инек. Чулга. Чулга, снег. Конь. Ой, сори. Хорс. Змей. А, змей, он, наверное, так и говорят, потому что змеи не было здесь у нас. Чилан, барби. Чилан? Ну, не как... Чё это? Назывались, ну, да, змея. По-хакасскому. Чё-то я забыла. Don't put her on the spot. Yeah, okay. I was just trying to prompt it. Щуки, вот это, рыбы. Скот сейчас пишете? Когай. Щука это. Пуга, бык, пуга. Бол. Кой, овечка. Sheep. These are great Turkic words here. Medved, bear. Kashka. 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 Did you hear that? She's... Kashka is a chort. Did you hear that? Mughalak. No, Kashka. Mughalak.